Ничего себе! А что это за сумка? Сумка-телефон? Ну покажи, как она открывается. Хочешь спросить, куда мы едем? Севастопольский. Алло. Перинатальный, который. Алло. This is for you. Oh, thank you. Показывай, что за огурец? Брюк. Вишенный огурец? Нет, это огуречек. И все. Огуречек, не ходи на тот конечек. И телефон. Боже мой. Ну, клевая сумка очень. Это вы с Матишкой покупали, с Кариной? Да. Я подарила Ксюше. Да я поняла, но все равно интересно. Что за зайка? Зайка-наследник? Да. То есть у тебя сегодня зайка родился, да? Какой красивый зайка. Покажи. А паспорт где его? Сейчас посмотрим. Ну, Масюня, это не у меня родился, это у тебя. Можно мне не зайку родить, а что-нибудь другое? Ну, хомячок. Космос, сумочек у тебя, да? Господи, ты. Что это такое? Это рекомендация. Я, честно, не знаю, заглядываете ли вы в календарь, а я заглядываю и просто обалдела, что осталось совсем чуть-чуть, и закончатся летние каникулы, и наши дети. В этом году, правда, не 1, насколько я понимаю, 2 сентября, потому что 1 – это воскресенье, пойдут в школу. И снова мы с вами разрываться будем между учебой, домашними хлопотами, работой и так далее, и... Не знаю, к этому очень сложно подготовиться, но надо, потому что стресс из-за оценок, новых тем, предметов, контрольных и экзаменов нас всех ждет. И я как мама знаю не понаслышке, как тяжело найти дополнительные занятия для ребенка. Я честно могу сказать, что мы даже во время каникул потихонечку занимаемся, чтобы потом не было сильного стресса у ребенка. Вот, то есть мы не теряем режим, и чтобы подготовиться к сентябрьской нагрузке, необходимо... начать заниматься, к сожалению, заранее, но это необходимо сделать, чтобы ребенок был уверен в своих знаниях по каким-то, знаете, отстающим предметам. И задача родителя, собственно говоря, это показать, что обучение, оно не является чем-то страшным, чем-то трудным, а может как раз быть очень увлекательным и интересным. И, собственно говоря, не так важны оценки, я всегда это своим детям говорю, куда важнее намного знания, которые они получают. Вот, не всегда оценка – это равно знание вашего ребенка. И что у нас родителей больше всего спасает, это, конечно, онлайн-образование. Стало гораздо легче обеспечить ребенку хорошее образование и, собственно говоря, успешное будущее, потому что онлайн-занятия – это просто идеальный вариант, когда нет возможности возить своего ребенка на какие-то кружки, к репетиторам, и, собственно говоря, хочется заниматься в каких-то комфортных условиях, которые привычны для ваших детей, то есть в привычном формате. Мы занимаемся в тетрике, через ноутбук или через планшет, это неважно, из любой точки мира, когда мы путешествуем или находимся дома, всегда ребенок может спокойно выйти в онлайн со своими репетиторами и позаниматься. И, собственно говоря, так, мы так успеваем гораздо больше, и даже учителя в школе всегда замечают какую-то дополнительное занятие у ребенка, что мы занимаемся допами, и всегда это подмечается как нечто хорошее, потому что ну, не все ты успеваешь освоить школу. Что еще очень важно, в тетрике вы можете попробовать 3 бесплатных занятия по школьным предметам и, собственно говоря, получить диагностику знаний от профессионалов. Там вам помогут подобрать идеальное время для занятий и самых лучших репетиторов для вашего ребенка. Я здесь оставляю ссылку, куда можно перейти и узнать чуть больше, чем я вам рассказала. Такое вы дурачье, конечно, а?
Даш, пошли домой. Мишель. А, Мишель. Ну не хватай за ухо, ему больно. Господи. Алтай. Ну больно. Мишель. Фу, нельзя. Мишель. Нельзя. 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 Мишель. Все. Алташ, ты че? Он тебя обижает, Мишика. Да. Мишель, нельзя кусаться. Мишель. Все, загнала на дерево. Вот. Алтай, спускайся. Загнала его на дерево? Ну вот, а ты так не умеешь. Да, мой хороший? Загнала на тебя на дерево, моего красавца, да? Спускайся теперь сам. Давай. Говорить в чем? Анастасия с доставками. Всегда. Алташ, твоя мать, помнишь? Алтайская пришла. Пойдем, пойдем. Что у тебя там? Подарки? Здрасте. Это, короче, детские вещи. Хорошо. Хорошо. Еще одна доченька. Давай. Ну, все. Жду одна у окна, но ты снова не приходишь. Третий день без сна, на кого-то с любовью. Пришел и посуду моет. Ну, хватит. Мама, чтобы не ругалась. Ну, рассказывай, как мальчишник. Ну, вот я вам хочу сказать, заставили надеть футболку. Мальчишкам все не слушать. Мальчишник прошел чинно, благородно, никто себе ничего лишнего не позволял. Так. Весь вечер говорили про любимых женщин. Блин, я не снимала, подожди, вот сниму. Ну, как а где мальчики? Самый главный вопрос. Мальчики всех интересует. Караоке. Я просто не в голосе сегодня, завтра много работы, не смог поддержать ребят. Да. Они будут петь песню Путана Газманова, как ты думаешь? Да. Ночная бабушка, куда спустил отец? Нет, кто же виноват? Не, было классно. Я не пил, вот добрался до алкоголя. И самое главное, я не знаю, чем будут заниматься другие ребята. Ребята, я дома. Да, молодец. Конечно, мама, чтобы не ругалась. Сейчас такой каблук повешу здесь. С удовольствием. Just come home. Естественно, я одобрила выбор Ксении. Какой бы он ни был, я бы в любом случае одобрила. Но в данном случае мне не приходится
ни секундочки нету вообще какое-то сомнение, какого-то там неодобрения. Парень прекрасный, активный, очень, не знаю, какой-то дружелюбный, внимательный, заботливый. И не только к... Ну, Ксюша-то понятно, ее глаза горят, она счастлива. Но и ко всем ее друзьям. Он подружился со всеми. Он очень, как сказать... Такой мужчина, прям мужчина-мужчина. То есть, находясь рядом с Николаем, ты чувствуешь себя... Можно ничего не контролировать. Он вообще на себя возьмет все. И я даже я это чувствую, не так часто находясь в его компании. Очень одобрила. Я думала, существует еще какой-то человек, кто поет песни в машине, как я. Существует. Я не верю, что тебя не обниму, не прижмусь к тебе ночью, что не утону, что не утону. Ребят, очень хотела с вами поделиться. Вот, я смотрела сейчас натальную карту. Очень люблю это шоу, обожаю просто. Я остановилась на половине, потому что нужно сегодня собирать чемоданы. Я приехала в ателье дошивать платье, потому что завтра я улетаю. Хорошо, что в ЭКО-видео можно скачивать контент и смотреть офлайн. Как меня это выручит в самолете завтра? Это просто здорово. Свою арафобию я смогу смягчить юмором. Так что, если кто-то собирается в дорогу так же, как и я, и не знает, что посмотреть, вот моя рекомендация. И, кстати, если вы установите приложение ВК-видео, можете скачивать шоу в дорогу и кайфовать. Да и в целом, ребята, молодцы, очень много хороших шоу сейчас выходит на ВК. Делитесь, какая у вас на ВК любимая программа. Зажги во мне огонь снова, дай посмотреть на тебя, чтобы влюбиться заново, чтобы влюбиться еще раз в тебя. Утоли во мне боль эту, ну дай посмотреть на тебя, чтобы влюбиться заново, чтобы влюбиться еще раз в тебя.
Подожди, дай втрогать. Синенькой. А что там этикетка не до конца сняли? А теперь моя будет. Ты у них вообще ходила? Да. Да? Да. С этикеткой, походу. Вставай. У меня пластырь снял. Да ладно. Сейчас. Давай. Бабушка старая. Вау. Ну, типа. Ну, почти, реально, как раз. Если так, то сейчас. Ну, огонь. У тебя ноги мамины. Только длиннее раз в 7. У мамочки не такие длинные ноги, да, мисей? Ты где там? Красивая девочка. Это мой лучший друг. Когда надо улетать, и тебя колбасит уже с вечера. Потому что завтра улетаем. Вот эти похожи. Посмотри. Пупсик. Они небольшие. Сейчас, подождите. Ну, в теории. Ты покажи, как ты ходишь на кому. Чисто я. Маруся. Маруся. Ну, что там? Ты, тебе вот эти будут как раз. Же маленькие прям какие-то. Ну, а что? Ты чуть-чуть хромаешь. Типа, чтобы мои ноги, да? Все. Как цапли. Сейчас все он устроит. Цирковой наш. Давай, пусть он на шарике прокатится. О, молодец. Ну, тогда я. Ну, давай. Ну, Марс, мне кажется, ты его через уже неделю научишь шар катать. Ну, красиво, так, Алташ. Я его когда Алташ называю, мне все пишут, почему его Алкаш называют. Алкаш, да. Алкаш. Алкаш. Карина позвонила, говорит, что ты мне звонишь? Я, говорит, у твоего дома. В смысле? Она гонит. Они идут в квартиру? Какую квартиру? Ну, типа, тут гуляют. Какую квартиру, Зай? Я что, в квартире? Ой, да ладно! Ничего себе кайф! Кто к нам приехал? Ты с ночевкой, Зай? Ну, пупсики. Ой, ты что, с Димой? Подожди, я голая. Кто там тебя не видел-то вообще? Куда ты? Ты сняла ее? Нет. Не видел. Нет, вот она. А я тебе сказала, одевайся. Прикол, я вообще не поняла. Привет, Дим, да? Там... Как же давно я не показывала вам красивое постельное белье. Во-первых, посмотрите на этот вафельный плед. Очень красивый. Обожаю его. Ну и, конечно, цвет постельного белья просто невероятный. Макротекст продолжает меня удивлять. Я здесь, девочки. Показываю постельное белье. Ты видела новое? Очень красиво. Кто там идет? Ты, Юх, ты видела? Вы здесь с девочками уже спали. Понравилось вам? Класс? О, мягкая. Мягкая, да. Ты, спасибо. Мягкая, классная подушка. Очень. Ты, ну ты сейчас что сделала? Я, конечно, тоже в восторге, потому что это анатомические подушки. Ты, Жюш, дай я покажу. Гипоаллергенные. 100%-ный, да, микрогель у них. И знаете, что самое крутое? Действительно, ты права, они гипоаллергенные. Я сама ими пользуюсь и могу сказать, что это просто кайф. Спать на них одно удовольствие. Да, котяра? И отдельно хочу сказать, что оставлю сейчас все ссылки, где я приобретала белье. Я очень люблю постель премиум. Покупаю только там.
И я могу сказать следующее, что если вы хотите улучшить свой сон, то вам, конечно же, на страницу «Постель премиум». Я считаю, что они сейчас на рынке одни из самых лучших. У них очень приятные цены. Зайдите, посмотрите, большой ассортимент. И если вы хотите здоровый и прекрасный сон, то вам на «Постель премиум». И плюс я сейчас все оставлю, все артикулы. Перейдите, смотрите, заказывайте. Нормально. Обожаю, смотрите, как другие работают. Знаешь, когда мать не готовит, да? Хоть кому-то передалось. Моя умер. Профитроли вы делаете? Да. Дмитрий, что вы делаете? Профитроли? Эклеры. Ладные пирожные. Николай, вы чем занимаетесь? А он ждет. Я хочу спать. Сильно-сильно. Ты просто с блогером идешь. Серьезный по утрам, да? Покажись.